нас тут такой субботник сегодня. Вечером моем площадку всю. И Катя вам. Перчатки я сейчас вынесу тебе, перчатки. Ты без перчаток? Ну все, Мартусик меня увидела. У нее тут танцы. Красота. Климасик кайфует, моет площадку. Отмывается? Бабуля, давай на завтра Ирину Геннадьевну. Бабуля, давай на завтра Ирину Геннадьевну. Давай. Ну, просто или вот... на вечер. Да, мы на вечер. Вообще, посмотри, я подниму и позвоню. Бабусик! Что-то он обиделся, сидит там, прячется. Ага. Вовочка, ты что обиделся? Ну-ка, говори. Мой хороший, иди ко мне. А я же тебя не обижала. Ты хочешь поливать это со шланга? Ой! Дай Вовке тоже пополивать. Я не давал, он не умеет. Ну, поливай. Давай, давай. Иди, иди, поливай, он дает тебе. Может, кофту вынести? Прохладно. Что? Тебе холодно? Нет, я тут холодно с силой погулять. Ты муравьев будешь собирать? У меня тут супер помощники. Я вот отмываю вот эту вот качелю. Она ужасно грязная была, вся обкаканная птицами. Сейчас уже вот здесь почистила, а тут еще грязная. Вот грязь. Мальчишки мне помогают. Все, конечно, мы не уберем, но основные места, где Марта гуляет. Вот смотрите, вот это ее любимый лабиринт. Я его помыла, очистила. Здесь было жутко много листьев, таких вонючих, протухших. Все их вычистила. Вот. Ну, более-менее. Хотя не идеально, конечно. Ну, мама! Где уроки делай? Мама. Я хочу! Мама. Уроки делай! Я хочу, чтобы ты сделал уроки! Я сделал, вы мне купите? Отвали, а! Я не знаю, к папе все... Давай позвоним папе. Или к гадалке давай позвоним. Давай? Делай. Я сейчас вспылю очень сильно. Выключи тогда камеру. Тут съемка запрещена. Выключи. Да сядь, делай просто уроки. Я хочу поснимать, как ты делаешь уроки. Еще один. Вышел оттуда. Как они меня достали. Ой, я не могу. Выйди оттуда. Сейчас еще третья придет. Дай мне сил. Почему ты не читаешь вслух? Мы здесь остановились. Я тебя прошу, читай. There weren't any bus, bikes at 200. Нет, 50. А, 200. Нет, at нету, 200 years. Years. Years egg. Ago. 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 Goat. Дальше. You goat. There were taxis. There weren't any taxis. Buses. Buses at. Нету at. 200 years ago. 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 There weren't taxis 50 years ago. There were. Ты что, офигел? Я хочу эту игрушку. Я хочу ее. А я хочу в дом переехать. Что мне делать? Тебе тут-то нехорошо. А тебе без игрушки нехорошо? Да, мне плохо без игрушки. Мне не с чем играть. Все Вовка забрал. Эти игрушки мне очень сильно нужны. Как это забрал? Бери все игрушки твои. Они уже у меня отдельное место в сердце заняли. Пожалуйста. У тебя каждую неделю новое место для новых игрушек. Не трогай подгузники. Положи на место. Ну я хочу эту игрушку, вы мне ее купите?
Клим, под день рождения будет? Может быть, купим. Какой может Божечки. Быть? Ты-то чё там орёшь? Ты открыт, ты открыт. Никто тебя не закрывал, между прочим. Вот ничего делать не хочешь. Самое главное, я его вообще ничего сложного не заставляю, но просто я сделать английский. Не сид теперь текст читать. Ну да, но я уже устал еще читать. А я знаешь, как устала? Монтировать-то ты вот... Да я устала с тобой, мне еще посуду мыть. Ай-яй, я тебя ненавижу. Что ты там делаешь? Отдыхаю, не мешай. Тут еще вон кто привалил. Климасик, давай доделаем, а? Ты думаешь, мне кайф? Я уже эту книжку готов. Давай. Вышли на улицу, а тут вон кое-кто идет. Иди, сладкая моя. Иди, золотая моя. Вовке круто повезло. Мы тут едем в магазин за слаймом. Зачем мы едем в магазин? Да, и вот тут такая пожарная машина. Настоящая. Я сама первый раз так близко вижу. Ну вот и увидел пожарную машину. Хочешь посидеть? Посмотреть? Дядя предлагает. Мы тут с вами выбираем. Какой ты выбрал? Покажи. Классно. А пластилин? Мартусик, ты кого там видел? А? Кого? Так смешно, она встречает коляску и кричит: Яя, Яя, ты сама недавно Ляля была. Кого ты там видела, скажи? Яя. Ай, молодец. Ты моя зайка. Приготовила капусту. Тут у меня свежая и соленая вперемешку. Очень вкусно. Еле сдержалась, чтобы не съесть всю. Исторический момент. Савель одевает первый раз ковготки на улице. Я же ей до этого не одевал. Мама, я не видела. Там на улице положенные. Вова, оно еще не застыло. Он его трогал, но не застыло. А, 5 минут? Вечером оно будет готово. Вечером будет тотая дается. Еще с кофточку еще на всякий случай. Сегодня Сайбель тут на кухне. Чуть-чуть помог мне. Ой, ё-моё, где есть такая вилка? Чё ты придумал, блин? Приготовил макароны, короче. Это супер лайфхак. А ты сам не хочешь супчик поесть? Мама, нет. Мама, можешь мне сегодня на тренировку не идти? Нет, нет и нет. Да, чтобы снималась. Саня сделал макароны и обиделся, что я говорю, что он первый раз приготовил. Говорит, я что тебе все первый раз. Ну ты так редко это делаешь, что мне кажется, что ты первый раз это делаешь. Я не помню, когда ты последний раз что-то там варил. К Новому году где-то это творил, по-моему. Раз в квартал я точно что-то. К Новому году что-то варил, что ты даже не помнишь, что это было. Неделю назад яичницу жарил. Себя. Оп, и потом подбили. Я выключаю, она опять включает. Как вам макарошки? Вкусно. Папку похвалите, блин. Первый раз сварил. А то спрашивает, как макароны. А они молчат. Макароны как макароны. Мне интересно просто. Мне вот соус добавил невкусно. А до соуса было вкусно. Да, макароны с маслом, блин, самое то. Ничего больше не надо в них. Ну-ка, дай я вас поснимаю. Ой, Матуся, довольная. Ой, как классно. Довольная жучка такая. Вовчик раскрутил маму на голубику. И Марта хорошо ест. Я тут апельсин ем.
Ждем Сайбеля. Домой сейчас пойдем, бай уже. Да, Матусик? Перекусила? Да, я так и... О, и... привет. Вова, ты пловчик будешь? А чё? Я у бабы Дани ел. Климу разогреваю после тренировки плов. Салатик сделала. И вот к салатику хочу поджаривать чуть-чуть семечек. Мой привычный ужин. Попросила бабушку Лизу наварить картошки. И вот нарезала салат. И поем сейчас. Буду спать. Вовка поел вареники, Сайбель сейчас, может, придет тоже, поест картошку. Если захочешь, я яичницу поджарю. Короче, готовить сегодня было некогда.